Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я вас познакомлю с приманками Nano. Производитель этих приманок Химера. Некоторым эта приманка известна под названием Silver Fox. Производятся эти приманки на польском заводе. Приманка плавающая. Плавающие приманки маркируются буковкой F или пишутся полностью Floating. Приманка Nano шумящая, с заглублением от полуметра до полутора метров. Производятся эти приманки в двух размерах. 40 мм весом 3 грамма с заглублением до 1,2 метра. И 60 мм весом 7 грамм с заглублением до полутора метров. Приманка имеет класс DR, что обозначает, что эта приманка глубоководная. Но это видно и по самой лопате Вобера. Приманки Химера имеют отличную фурнитуру, отличные петли, с которыми точно проблем не будет. Изначально эти приманки неплохо отрегулированы и не уходят в штопор, не выныривают. По крайней мере, пока я их тестировал, мне не приходилось с ними заморачиваться и регулировать их. Приманки Химера отлично покрашены. Ну а самое главное, эти приманки я уже успел оттестировать, и они, братцы, ловят. Проводку я делал разную. Я их подтвичивал, причем как сильно, так и очень нежно. Приманка почти стояла на месте. Вел их равномерной проводкой. Во всех вариантах проводки они ловили рыбу. Ловил я на них как головля, окуня, так и щуку. Эта приманка очень напоминает малька, особенно в фазе твичинга. Об этих приманках пока мало известно рыболовам, и поэтому они меня и заинтересовали. Я решил сделать серию обзоров об этих приманках, а серийный ряд у них очень большой. Есть и троллинговые серии, о которых я скажу в следующих обзорах и протестирую в июльской поездке. Есть и твичевые модели, модели по головлю и по окуню. Есть у них и уникальные приманки. В данный момент это почти эксклюзивы. Но об этом в следующих обзорах. А сейчас я вам покажу эти приманки поближе. Цвет приманки 007. Цвет приманки 006. Цвет приманки 300. Приманка имеет внутреннюю голограмму. Что дает приманке 3D эффект. Этот цвет просто бомба по головлю и окуню.
Цвет приманки 004. Петли у этих приманок залиты просто идеально. Тройники у приманок стоят в МС. Довольно-таки острые. Цвет приманки 002. Натуралочка с желтым пятнышком и рыжим пузиком. Цвет приманки 010.